Права казахстанских предпринимателей ущемляются. Такое мнение озвучил сегодня на брифинге СЦК первый заместитель министра регионального развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. Согласно букве закона, с момента регистрации бизнеса предпринимателю в течение 3 лет не грозят внеплановые проверки. Но существующая картина показывает совершенно иные реалии. Чаще всего начинающих бизнесменов атакуют сотрудники Минздрава, ЧС и Минсельхоза. Тройку самых проверяемых регионов страны возглавляет город Алматы. Только на него приходится 15%, львиная доля всех проверок бизнеса в стране. На втором месте Южно-Казахстанская область с 13% и завершает тройку Алматинская область. Всего, по данным ведомства, за 9 месяцев текущего года субъекты малого и среднего бизнеса проверили порядка 140 тысяч раз. В министерстве уже готовы реагировать на такое положение дел. На рассмотрение в Кабмин внесен новый проект закона. Концептуально предусматриваем, что больше ни одно ведомство, ни один госорган не имеет права, и изданные ими акты не будут иметь юридические силы, если они не включены в единый перечень, который вошел в этот закон о расширении уведомления. Я думаю, что это один из таких принципиальных и концептуальных шагов, когда мы ставим концептуальный барьер на, будем так, разрастание вот этих всех расширительных документов.